Лиза отсюда переехала в Филадельфию в 1790 году. 10 лет строили новую столицу Соединенных Штатов, город Вашингтон. И туда столица переехала в 1800 году, где находится и по сегодня. Попробуем интересно экскурсии, так что, если кто-то желает, пожалуйста, поучаствуйте. Кроме того, хочу объявить, что у нас завтра поездка в замечательное место, это Амиш-кантри, страна Амишей, где люди живут как в 18 веке, это вы переносите на 2 века назад в истории. То есть люди живут без электричества, без автомобилей, без телефона, телевизора и прочих причиндалов цивилизации. Место изумительно интересное. Те, кто пожелает записаться, пожалуйста, у нас сегодня позвонили, там у нас стихи. Еще одно интересное здание здесь, на этой площади. Это четырехэтажное здание небольшое, бывшая штаб-квартира банка J.P. Morgan. Джонатан Пирпойнт Морган был богатейшим американским банкиром в начале 20 века, когда все строили небоскребы, он сказал, я достаточно богат, чтобы построить